Всем добрый день. У нас распаковка вот такого лего для девочек. Приобрели в розетке. Лего Френдс, да. И что-то там, какое-то у нас животное внутри. Сюрприз. Такой набор для девочек от 6 лет. Вот тут на обратной стороне какие еще бывают? У нас 4, вот, 41-409. Он соответствует вот этому, да? Ну, сейчас посмотрим. Так, с боков тут ничего интересного. Вскрывай. Глянь. Раздирать? Ну, да. Ну, сюда можно было не драть, в принципе. Открываю вот здесь. Угу. Вот такая коробочка. Там еще что-то есть? Вот надо собирать ее. Угу, вот сам этот лего и инструкция. Ну вот инструкция. О, смотри, не порви, а то не узнаем, что надо сделать. О, вот так вот. Этапы, значит, построения вот этого сооружения вот, нашего. Вот. Да, вот так должно выглядеть. И вот здесь так нарисовано. Инструкция есть. Мы начинаем складывать потихоньку. И наклеечки. Да, и наклеечки. А ну раскрой, что здесь там внутри. Посмотреть. Мы же не раскрыли. Тут само вот это. Давайте. Ну давай, я что потом там? Раскрою. Ну хорошо, а тут что? Тут детальки. Ага, тут тоже детальки. И тоже инструкция какая-то, да? Угу. А ну раскрой вот это что. Угу. Ну, тоже подробная инструкция, в общем. Вот. Ладно, приступаем к сборке. В общем, девочке голову мы надели. Парик. И тут парик платформочку не держится. Начинаем. А, парик не держится. Так, хорошо вставляй там, чтобы все держалось. Девочка должна быть. Ого-го. Ну, а тут мы складываем и решили раскрыть, посмотреть, что ж там за животное все-таки. Давай, животное. Найдись, животное. Там какой-то... Вот русь ушивая. Барашек. Барашек? Да. Все-таки баран. Желтенький. Да, это он. Так, ну вот мы тут уже поставили кое-что. Барашек. Угу, сейчас собираем домик. У нас остались лишние детали. Сюда поставили. Мы их сюда налепили как раз вот. Так вот и на другой стороне. И на другой стороне наклеечки. Покажу теперь, что там внутри. Нам попался баранчик желтый. Они могут быть разных цветов в этом наборе, но он желтенький. И тут, кстати, тоже был, ну, лишний. Да, вон там пятак еще налепили. И тут ну, можно было девочка. Его девочке в руку воткнуть. Так, ну там у нас паровоз тут летит. Такая машинка или что? Машинка, не машинка. 50% там спик. Он самолет летит. Это паровоз с длинной трубой. Да, мы там на трубу еще вон... Накреативили немножко. И тут, кстати, вот полочка. Если девочку убрать, то тут полка. Угу. В общем, девочка может гулять, ходить. Баранчик тоже. Ну, тут она, тут оно закрепилось, эта платформа. Угу. На платформе все. Ну, вот такой наборчик. И это вот. Все закрывается. Всем спасибо.